В субботу в общежитии по адресу Парковая, 20, перед своими избирателями отчитался депутат Черноморского горсовета Олег Полищук. Он рассказал горожанам о том, какие проблемы удалось решить за время его депутатской деятельности. Основное мое достижение – это то, что в каждом моем доме установлен тепловой счетчик, да, с терморегулятором. Соответственно, жители домов моего округа будут оплачивать меньше за тепловую энергию. На улице Парковой, где мой округ, у нас достаточно мест для парковки машин, потому что у нас много приезжих, и мы много ставят на газонах, на тротуарах. Да. Мы возле Парковой 10 поставили новую парковочную зону, там более 20 машин и мест. Застекленные окна на улице Парковой 16, установленное освещение, да, на улице Парковой 16, Парковой 14. Также мы сделали бельевые площадки. Мы стараемся реконструировать детские площадки. Вот на Парковой 16 и Парковой 14 у нас уже новая зона отдыха находится в центре. Поэтому все развивается, мы работаем. И я думаю, что еще за 4 последующих года мы сделаем еще немало добрых дел. Жители 11-го избирательного округа не раз обращались к депутату со своими проблемами. И народный избранник активно откликался на их просьбы. Были такие депутаты, которых мы и в глаза не видели, и фамилии не знали. Но вот Олег Полищук изменил наше мнение о депутатах. Он очень внимательно относится к нашим просьбам. Я не помню такого случая, чтобы он отказал или сказал «не могу» или «мне некогда» и может прийти несколько раз и проверить, сделано или нет. Однако, по словам горожан, остается еще много нерешенных проблем. Крыша в моей квартире течет, и обращалась не раз в ЖЭК и в исполком. Но пока результатов мало. Надеемся уже на депутата. На встречу пришло не так уж и много жителей Черноморска. Хочется напомнить, что для того, чтобы проблемы горожан решались, нужно сообщать о них представителям городских властей и активнее посещать подобные встречи.